универсальное предложение только сегодняшнего дня. Это стройность, это красота, это тепло, это новые фигуры, это эффектный стильный образ, который вы получаете вместе с брюками, которые являются брюками-утяжками. Брюки Elanet сегодня главный товар дня от бренда Greenlight, утепленные по цене, которая действует только сегодня. И это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Рассказывает о нем ваш персональный имиджмейкер, эксперт рубрики мода, дизайнер и модельер Микола Комендров, который понимает все тонкости нашей с вами красоты и желает только здоровья. В зимний период очень сложно соединить в себе и стройность, и тепло одновременно. Бренду Greenlight в этом плане очень хорошо повезло. Он делает брюки на высокой посадке с профессиональными плотными, простроченными в два ряда швами, что обеспечит возможность максимального утягивания вашей фигуры, но при этом безопасности для самого изделия. Высокая посадка совмещена у нас с вами с элегантным прилеганием. Мы с вами получим спортивный эффект подтягивания, но в то же время визуально внешний вид офисной леди. Утепление, которое полностью у нас с вами обволакивает внутреннюю сторону, обеспечит максимальный согрев от минус 15 до минус 30 градусов. То есть данные брюки не только сделают вашу фигуру на минус 10 сантиметров талии, но еще и дополнительно сэкономят деньги. Ведь эти брюки дадут возможность не носить под них колготки, а значит не раздражаться, не чувствовать эффекта испарины и, самое главное, всегда выглядеть просто на миллион. Вот правда, выглядеть на миллион, при этом с вами не замерзать. Давайте выбирать цвет. Вот красный цвет, который Микола в руках, его выбрала для себя я. Мне очень нравятся яркие оттенки. Успейте забрать две пары брюк, чтобы быть всегда разной. Далее цвет баклажан. Выбирала его наша Анастасия. Мы видели, как идеально эти брюки сидят по фигуре. А следующий цвет у нас коричневый, цвет шоколада. Если на работе дресс-код, это идеально будет, как и синий цвет, который мы тоже видим на экране. Темно-синий идеально подойдет прям под костюмный, да, вот образ. А далее цвет серый и цвет черный. Вот такие оттенки у нас есть, успейте их забрать для себя. 1999 рублей – это цена, которая действует только сегодня. Это самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Это ваш стиль, это ваша стройность и это ваше здоровье. Размерный ряд от 44 до 66. Мне кажется, такого размерного ряда мы давно не видели, Микол. Давай скорее будем подбирать размер. Мы забираем четко размер в размер, потому что станем мы с вами на размер меньше. То есть это визуально будет у нас с вами работать так. Вы, например, в 52-м, забираете брюки в 52-м, становитесь приблизительно в 50-м. Уменьшаетесь в талии за счет особого компрессионного пояса. Безусловно, за счет именно плотности и особого плетения трикотажа визуально становитесь меньше. Вот смотрите, 46-м, даже уже практически 44-й, внешне выглядит Лена по фигурке в красном оттенке. Несмотря на то, что многие говорят, вот, лучше выбрать черные брюки, они лучше скрадывают недостатки. От бренда Greenlight можно выбрать и самый яркий, пылающий красный цвет и при этом визуально выглядеть на минус 1-2 размера. Анастасия выбирает для себя 52-й в баклажановом цвете. Обратите внимание, ее фигурка скомпоновалась и стала выглядеть на 50-й. А вот 50-й размер в черном цвете выбирает для себя наша очаровательная Ольга. И обратите внимание, визуально становится как минимум на 48-й. Вот это да. То есть, представляете, мы надеваем брюки и становимся на размер меньше. Если у вас 50-й размер, вы будете выглядеть на 48. Если у вас 48, вы будете выглядеть на 46. Если у вас 60, вы будете выглядеть на 58. Успевайте, вам все скажут, как вы постройнели. А теперь давайте немножко подсчитаем бюджет наш семейный. Покупаем теплые кашемировые колготки, которые стоят около 1000 рублей. Покупаем теплые ретузы, которые стоят тоже около 1000 рублей. И сверху надеваем уже брюки, которые отдельно в магазине будут стоить около 3000 рублей. Итак, 5000 рублей за утепление и за внешний вид. У нас цена 1999 рублей, потому что это утепленные брюки, под которые не нужно надевать колготки и дополнительные ретузы. Да, данные брюки у нас с вами экономят этот самый ваш бюджет. Обратите внимание, пояс у нас с вами вшивной, то есть подгибка идет у нас с вами во внутреннюю сторону, то есть это идеально, да? Когда пояса просто вшиваются через оверлок, иногда при натягивании они могут где-то лопаться и трескаться. Да. Здесь очень удобно. Резинка полностью зафиксирована, она никуда не будет перекручиваться, то есть она хорошо как бандаж садится. Обратите внимание, флисовая основа идет по всему периметру, от начала до конца гачи, что обеспечивает вам максимальный согрев и тепло. Причем флис бывает разный. Бывает иногда пушистый, он визуально даже вот такой, знаете, как опушка или вспененное полотно. Здесь же он коротко подстрижен, очень однороден и ровный. Он является не проклеенным силуэтом, он является у нас с вами
единым полотном, как с наличием внешней стороны. Она более матирующая, при этом хорошо тянется и не растягивается. То есть вытянутые коленки у вас как на трико мужа не будут. Посадка будет с тонкой талией. Высокая посадка обеспечит согрев поясницы и паховой зоны. Можно будет подобрать в таких брюках даже сложную форму животик, фартук. Вот это мне очень нравится, потому что вот я надела эти брюки, я понимаю, что они просто идеальны. Сижу, отдыхаю на диване, встаю, коленки не вытягиваются, то есть форма остается просто безупречной. Вы всегда идеальны, поэтому вы выбираете для себя бренд Greenlight и утепленные брюки. Вы знаете, когда я познакомилась с Миколой Комендровым в Чите в 2005 году, и Микола выбрал мне брюки, я их носила лет 7, наверное, а пока просто они мне не стали малы. Ну или я, как говорю, они просто сели, да, да, от воды, от стирки, потому что я не хотела их снимать. Это были идеальные брюки, которых у меня не было никогда, поэтому я смело, вслепую доверяю Миколе и советую вам. Успейте дозвониться, сделайте первый заказ прямо сейчас, оплатите карты и получите бесплатную доставку. Самые популярные цвета сейчас у нас красный, коричневый и фиолетовый, которые мы видим на экране, размеры от 44 до 66. Забирают по две пары, уже забирают с моим джемпером, успейте его забрать, джемпер у нас единого размера, называется Аделисия. Успевайте звонить, делайте первые заказы и оплачивайте карты. Слушай, как мне нравится, что ты надел эти брюки и просто себя не узнаешь. Ощущение, что это просто какая-то модель стоит. Да, при этом вы можете позволить в этих брюках себе, во-первых, заправить, например, блузу вовнутрь. И обратить внимание, для сравнения, да, мы приобрели в магазине, обычные тоже, кстати, брюки, достаточно известном масс-маркете, брюки с эффектом подтягивания. Обратите внимание, что они выполняют на фигуре Анастасии. Подожди, талия практически... это Настя из той, из другой стороны? Да, бедра практически не изменились, талия не сильно очерчена. Животик, обратите внимание, более вот заостренный, да, в этих брюках. И обратите внимание, как здесь подтянуты. Как будто приседали с несколькими гирями на плечах. Что, как два разных человека. Бедра выглядят подтянутыми, просто ягодицы подстрелены наверх. Талия более тонкая, и все это выполняет у нас с вами брюки от бренда Greenlight. Моя рекомендация, обязательно забирайте две пары, потому что пока вы их, например, стираете, у вас есть возможность другие надеть на себя. Как говорится, бесконечное устроить себе наслаждение. Звоните, зимой. Успевайте, звонки бесплатные с любой точки России. Успевайте выбрать для себя брюки от бренда Greenlight. Это брюки-утяжки с утепленным эффектом.